Так получилось, что в Абакане большинство улиц, носящих имена героев Великой Отечественной войны, расположены в частном секторе. И улица Попова не исключение. Тихое место в районе гавани, большая часть жителей – пенсионеры. Естественно, что мы поинтересовались, знают ли они, в честь кого названа их улица. А, Попов-то, ну я следил это, изобретателя радио. У нас же много, и где и радио, вот, которое изобрел, и я не знаю даже, ну то еще, главное, еще и летчик-астронавт есть, и я откуда знаю, в кого. Ну, радио Попов изобрел, ну. Нет. Нет? Ну, что-то Великой Отечественной связано. Да. Да. А вот, честно, не помню. Даже старожилы, те, кто живет здесь не одно десятилетие, и то никогда не задумывались, в честь какого Попова названа улица. Таблички на домах слишком немногословны. Правда, в начале улицы есть мемориальная доска на административном здании, но не зная, что она там, заметить довольно сложно. Между тем, имя героя улица носит уже полвека. Решением исполнительного комитета от 28 апреля 1965 года была переименована улица Красная на улицу имени Героя Советского Союза Попова Павла Фомича в связи с 20-летием со дня Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне и увековечения памяти героев, погибших при защите Родины. Попов родом из деревни Шалаболина Красноярского края. В начале 30-х работал учителем в Аскисском районе, а потом в столице республики. Память о герое Советского Союза хранят в Абаканской школе номер 30. Известно, что Павел Фомич в начале 30-х годов преподавал здесь математику и физику. Правда, в то время школа располагалась в деревянном здании. Сюда учебное заведение переехало в 38-м, но сути это не меняет. В новом учебном году в кабинете истории планируют открыть музей, а герои учителя будет знать каждый ученик. В этом кабинете, вот на этой стороне, у нас планируется полностью вся стена будет посвящена памяти учителя нашей школы, героя Советского Союза, Попова Павла Фомича. А остальные стены будут предоставлены для оформления истории школы. О герое Попове информации немного. Известен его военный путь и подвиг. В сентябре 43-го года за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство. 17 ноября 43-го года младшему лейтенанту Попову было присвоено звание Героя Советского Союза. До победы Павел Фомич не дожил чуть больше года. В марте 44-го он скончался после серьезного ранения. Меня интересует тот факт, что ведь он погиб в 38 лет, и, наверное, у него была какая-то личная жизнь, у него, может быть, есть дети. И думаю, что можно что-то еще узнать интересное. Школьники во главе с Тамарой Николаевной уже начали поиск информации. Весной побывали в Аскисском районе, там установлен бюст герою, а в местной школе есть музей Павла Попова. В начале учебного года абаканские ученики отправятся в архив и начнут поиск родственников героя. Известно, что его мама и младшие братья жили в Абакане. Олесь Калиниченко, Дмитрий Кузнецов, Станислав Колчинаев. Вести, Хакасия. События недели.